Доброе времени суток, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня я приготовлю очень вкусный старый рецепт салат со шпротами. Он очень просто готовится, поэтому приступим. Для этого нам нужно натираем на крупной терке морковь. Вот такая у меня средняя морковь. Обжариваем ее на растительном масле. Нарезаем лук. Обычно для зажарки. И тоже добавляем морковь. У меня будет две луковицы. Видели, да, средние? Две средние луковицы. Добавляем морковь. Все это пережариваем. Пока у нас жарится лук с морковкой, натираем на терке 4 средние картофелины на крупной терке. Все будем натирать на терке. Натерли картофель. Дальше натираем соленые огурцы. Тоже на крупной терке. Друзья мои, натерли огурчики. Теперь натираем яйца. Натираем яйца. Тоже на терной терке. Все вместе, белок желтком. Дальше включусь. Друзья, баночка шпротов, у меня здесь вес 175 грамм, вот такие вот они средние, рижские. Я разминаю прямо здесь, в этой баночке, их надо размять вместе прямо с маслом. Разминаем. Друзья, собираем наш салат. У меня вот такое вот разъемное кольцо, но вы, если у вас нету, вы можете просто на тарелку укладывать. Первым слоем у меня пойдет картофель. Распределяю вилочкой. Следующий слой у нас пойдут шпроты. Картошка любит рыбу, да? Или рыба любит картошку? Вот шпроты у нас. Следующий слой у нас пойдет. Морковь с луком одновременно. После шпрот я не смазала, потому что у нас и так жирненько будет. У нас морковь с луком. И морковки у нас пойдут огурчики. Соленые.
смажем все это майонезом. Огурчики смажем майонезом. Я включила свет. У меня как тень будет падать, потому что вроде как уже темновато становится. Сейчас день будет прибавляться. Так, дальше у нас идут яйца. Друзья, видите, вот и все. Единственное, что сверху у меня вот зеленушка сухая, у меня нету свежей зелени. Я же говорю, я ее дома долго не держу, если я вот использовала, что нужно. Дальше я ее режу, уже сушу. Поэтому на ваше усмотрение, если есть у вас зеленая зелень, лучше, конечно, посыпать зеленью. У меня вот сухая, я так для красоты не чую, только вот так по бокам как... Посыплю для красоты зеленушкой, она не помешает. У меня здесь укроп сушеный и лучок сушеный. Вот и все, салат наш готов. Я снимаю аккуратно форму, я могу ее... Вот такой салат быстрый, вкусный у нас получается. Друзья, вот такой вот салатик у нас получается. Друзья мои, сейчас я разрежу. Его, в принципе, конечно, можно было бы и немножко, чтобы он постоял, немножко пропитался. А я для пробы... Хочу все-таки попробовать сразу же. Показать вам слои. Вот такие вот слои. Получается многослойный. И на стол красиво очень подать. Сейчас попробуем, какой на вкус. Скажу, что здесь не хватает. Правда, можно и без перчика. Вот такой вот он многослойный. Видите? Очень просто. Чувствуется. И шпроты чувствуются, и огурчики чувствуются. Ну, это очень вкусно. Вот именно надо морковку с луком пережарить. Тогда вот она дает такую салату изюминку. Друзья, быстро готовьте, радуйте своих родных и близких. Кому понравился мой рецепт салата, ставьте лайки. Всем пока-пока, приятного всем аппетита!